команде «Партизан». Эту встречу при счете 2-0 выяснилось, что «Партизан» забивал в большинстве. На одного игрока больше было у команды гостей. Ну что ж, с центра поля эта встреча начинается заново. С центра поля пробивает Магомед Багамедов. И эта встреча... Мустафаев играет налево. Гусейнов. Асаев пытался сыграть назад, и можно забивать, воспользовался этой ошибкой, и забивает все-таки «Партизан». В этой встрече счет становится 1-0. Выполняет Тагибеков, удар поворота, Мустафаев хорош в этом эпизоде, отражает его. Мяч уходит за боковую линию, и за боковой Багамедов. Багамедов, прострел, а замкнуть не удается. Как же тут Махмуд. Курбанов перехватывает мяч. А вот хорошая передача Тагибека. Можно бить. Удар по воротам. Штанга снова спасает ворота. Мустал. Дальше Тагибеков. Хорошо. Замахом убирает соперника. Добивание. Удар по воротам. Курбанов не смог забить. Но Мустаф. Насрулаев. Хорошая передача. И немного не дотягивается до этого мяча. Багир Курбанов, и уходит мяч за лицевую линию. Первый тайм завершен. С мячом Ахцах. Тагибеков на Насрулаева. Насрулаев, есть приложение справа, и туда и отдает мяч. В итоге прострел, пяткой переводит, и Багир Курбанов счет сравнивает. Разыграли просто отлично. Тренируют они неплохо. Все идет к тому, что Ахцах может просто физически переиграть своего соперника. И здесь Али Магомаев. А вот здесь передача не проходит. Хорошая передача теперь на Махмудова. Шакиров бежит к нему. Махмудов. Нужно бить. И какой гол забивает Махмудов. Не справился с ним Шакиров. Будет ли 2-2? Асаев у мяча. Удар поворотом. Точно. В угол. И счет становится. Бить. Так и делает Гаджиев. Но здесь, по-моему, читает его Шакиров. Тагим Наврузов. Отправляет на Гусейнова мяч. Довольно быстро разыгрывает Ахцах. Ахмед Алиев с мячом. А вот удар Шакирова. Мустафаев был готов к нему, но зафиксировать мяч в руках не удалось. Наврузов в подкате. Багир. Гаджи Махмудова мяч поле не покидает. Длинная передача доходит до Масана Гаджиева. Удар в дальний угол. Мустафаев. Гаджиев отдает на Арсена Асаева. Асаев возвращает. Гаджиев прострел. И мяч заносит в сетку Багир Курбанов. Посмотрите, как разыграл Ахцах. И выходят они вперед в концовке встречи. Тагибеков. Ахмед Алиев. Мяч уходит на угловой. И все, эта встреча завершена. Победу в этой встрече одерживает Ахцах. В упорной борьбе они выигрывают с минимальным счетом у команды «Партизан».